Затравленный, злой, будто весь в чем-то липком, измазанный грязью ненужных конфликтов спешу, легкие ярости наполняя. Пустой, как дешевая пьеса для скрипки, мечтаю скорее докатиться до края, потратить себя на одного человека, как жаль, что вскоре я стану помехой. Слишком тяжел эмоциональный багаж, с таким далеко не уехать, и неясный мандраж пробирает, когда вспоминаешь, что о чем никому не расскажешь, не передашь, да. Пусть невелик еще жизненный стаж все равно. Кажется, можно перебороть свою загнанность стереотипы. Лучше бы это лечили, они искали сотни вакцин против гриппа, ну а нам нужны сил. Просто чуточку сил, которых и вовсе нет. Потому попросил, за двоих попросил увеличить совсем на немного резерв, подсказать, как не зависеть от тех, кого в сердце хранишь, научить каждой клеточкой верить в людей, как спастись, когда ты так долго молчишь, чем поджечь в этих тварях душевный бордель. Может быть, все наладится, будет в порядке, может быть, этим летом. Но пока мне нужна от тебя подзарядка, нужно подумать об этом и с мыслью, что ты привнесла хоть какие-то смыслы в мою оболочку, бесцельно шатающуюся от хаты к хате, в надежде новую порцию радости хапнуть, я плетусь. По разбитой сельской дороге впереди виднеется поворот. Обычно я эгоист, но пусть слышат боги. Уж лучше самому задохнуться, чем тебе перекрыть кислород.